Лохматые ландшафтные дизайнеры приехали на все лето на губернаторский остров. Он находится в километре от острова Манхэттен в Нью-Йорке. 5 овец будут усердно наводить порядок, поедая сорняки, на общественном пространстве площадью в 4 гектара. Животные прибыли из Олбани. Там есть целая ферма с овцами, которые подчищают от сорной травы местный заповедник. Так что у этих 5 сезонных работников большой опыт. Ивнинг, Чад и Филипп Эрис приезжают на остров 3-й год подряд. Боуи и Юпитер – новички. Впрочем, они сразу освоились. Главная цель овец – полынь. Разрастаясь, она образует огромный ковер из корней. Sheep love it. It's green, it's soft. Овцы любят полынь. Она зеленая и мягкая. Это очень питательное растение для жвачных животных. С работой овцы справляются быстро. Это экологично. Нам не нужно использовать газонокосилку, которая работает на бензине. Мы вообще не используем инструменты и гербициды. Это полностью органический способ держать сорняки в узде. Избавляться от сорняков нужно, чтобы они не мешали расти деревьям. Овцы отлично подходят для такой задачи. Они не обгладывают кору, как это делают козы. Также, в отличие от коз, овцы не стремятся куда-нибудь сбежать. Так что хлопот с такими ландшафтными дизайнерами немного. А садоводам не приходится полоть вручную. Овцы дают мне больше времени заниматься тем, что я люблю – садоводством. А они делают то, что нравится им, то есть едят. Лохматый взвод пробудет на острове до сентября, а потом уедет зимовать на ферму. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.